Обаятельные и привлекательные, люди с невероятной харизмой. Даже 85 они бодрые и энергичные. Сегодня в каминном зале Кремля Равиля Шарафеева и Рената Тазидинова принимает Рустам Миниханов и поздравляет гостей с юбилеями. Их пути оказались схожи. Оба в 61-м году окончили Щепкинское училище в Москве, после чего были приняты в труппу Камаловского. Искренняя игра, словно сами проживали жизни своих героев, и талант от рождения позволили юбилярам больше 60 лет блистать на сцене. За особый вклад в развитие театрального искусства Рустам Миниханов вручил Равилю Шарафееву орден Дуслэк. За его плечами больше 100 образов в таких знаменитых постановках, как «Голубая шаль», «Американец», «Старик из деревни Альдермыш». И в свои 85 он играет в спектаклях «Любишь, не любишь» и «Запоздалое лето». Получая награду, отмечает, смог бы примерить на себя любую роль, кроме одной. Даже представить не могу себя на вашем месте, Рустам Нургалиевич. Признаюсь честно, у меня бы не хватило терпения. Спасибо вам за прием. Ренат Тазидинов, или как его любя называют зрители, Тазидин, из своих 85 лет, на сцене 61 год. Надир в «Угасших звездах», Ханжар в «Осенних ветрах», Мирвали в «Три аршины земли», Ильяс в «Тополек мой в красной косынке». В 2016 году за вклад в развитие театрального искусства Ренат Тазидинов получил «Золотую маску». Сегодня медаль столетия ТАССР. Сколько наград получено, уже и не счесть, но каждая из них мне очень дорога. Как признались сегодня артисты, секрет их долголетия прост – любовь к профессии и любовь зрителей. И поделились своей мечтой с Рустамом Минихановым – поскорее увидеть новое здание Камаловского театра. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Казань.